Шанс найти интересную работу представился сегодня жительницам областного центра на традиционной осенней ярмарке вакансий. Около 300 женщин пришли на ярмарку, чтобы пообщаться с работодателями и по возможности пройти предварительное собеседование. В то же время сотрудники Центра занятости населения консультировали соискательниц по вопросам сферы занятости и представляли сведения о наличии свободных рабочих мест на предприятиях и в организациях города. Сегодня на ярмарку пришли представители 18 предприятий города Иваново различных сфер деятельности: промышленность, строительство, сфера обслуживания, торговля, сфера связи. И представили более 500 вакансий по различным профессиям и специальностям.